Невосполнимая утрата для Одессы. Любимица публики, актриса театра и кино Ирина Токарчук скончалась на 62-м году жизни. Провести ее в последний путь пришли родственники, близкие друзья, коллеги и преданные таланту Ирины поклонники. Известная большинству зрителей, как тетя Сима из «Джентльмен-шоу», актриса сама не раз признавалась, эта роль стала знаковой для ее карьеры. Сима меня до сих пор кормит. И одно время вообще меня называли все только Симой. И поэтому я говорила, когда умру, на могиле напишут, что ее звали Симой. Ирина Токарчук работала в Одесском русском драматическом театре и Одесском доме клоунов. С 92 года она играла в юмористическом телевизионном проекте «Джентльмен-шоу», а также участвовала в театральных постановках проекта «Маски-шоу». Самое шокирующее, что вот она же ушла в Татьянин день, а мою супругу зовут Татьяна. Она позвонила днем. Здравия, Танечки, там это все. Я говорю, да позвони Тане. Вот, она говорит, хорошо, я сейчас позвоню. Через полтора часа мне позвонили и сказали. А я сначала думал, что это, не знаю, розыгрыш. Ну так, это нельзя, это просто очень больно. Ну, потом это все подтвердит. Ирина занимала в моей творческой жизни, в личностной жизни очень большое место. И это действительно не потому, что я не могу еще привыкнуть к слову, что ее нет, да, не потому, что сейчас мы собрались здесь по такому скорбному поводу, а это действительно так, она об этом знала, и мы были вхожи друг к другу в семью, и я прекрасно знаю ее маму. Последняя роль — лекарства от депрессии из знаковых, яркий тому показатель. Более того, в спектакле, где она играла маму, допустим, 740, 742, все ребята ее не называли Ирина Сергеевна, а ее называли мамой и бабушкой, как было по спектаклю, и так было по жизни. Вы слышали, как она обзывается на свою родную маму? Что ты молчишь, мэр? Что ты молчишь? Значит, я сижу не так, лежу не здесь, говорю против ветра. Я не девочка, я живу у себя дома. Мэр, надавай ей по щекам, она хочет, чтобы я закрыла глаза. И то, что сегодня в зале так много людей, и то, что люди идут с желанием проститься с Ирочкой, говорит только об одном, что она истинно народная артистка. Народная артистка этого города, этой страны, несмотря на то, что власти, не замечая, не дали ей никакого звания. Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года. До последнего дня выдающаяся актриса работала над постановками в Русском драматическом театре и нескольких телевизионных проектах. Актрису похоронили на Втором христианском кладбище. Уход Ирины Токарчук стал огромной утратой для всей Одессы.